сто раз с утра, все не так. Если пришла пора сделать шаг, если ты одинок, значит, настал твой срок, и ждет за углом перекресток семи дорог. Там не найти людей, там нет машин, есть только семь путей, и ты один. И как повернуть туда, где светит твоя звезда? Ты выбираешь раз и навсегда. Перекресток семи дорог, вот и я. Перекресток семи дорог, жизнь моя. Пусть загнал я судьбу свою, но в каком бы ни пел краю, все мне кажется, я опять на тебе стою. Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Перекрестки, конечно, бывали у каждого, но не это главное. Главное, какой путь мы изберем. Наверное, самым желанным является путь домой. Хотя дом – понятие индивидуальное. Для кого-то это шалаш, для кого-то поселок, горы или край. Но в любом случае для хозяина важно одно – чтобы в доме был порядок. Об этом смотрите наш первый репортаж. Новостью, поразившей многих жителей Новомихайловского, стало то, что по неподтвержденным официальным данным, решением какой-то неподкупной краевой комиссии, мы с вами живем в самом благоустроенном и чистом поселке Краснодарского края. Гордость, наполнившую грудь, распирала бы от удовольствия, если бы у жителей глаза не видели и начисто отсутствовало обаяние. Кадры, которые вы видите, мы сняли без особого труда, просто пройдя с камерой по образцово-показательному поселку края. Впрочем, винить только поселковую администрацию было бы несправедливо. В основном грязь и вонь создаем мы сами, а убирать не хочется. Телекомпания «Орленок ТВ» по предложению администрации поселка и собственному чувству гражданского и общечеловеческого долга призывает всех-всех жителей Новомихайловского 13 апреля в ближайшую субботу провести всенародный субботник по уборке грязи и мусора, накопившихся возле наших дорог. Давайте, как в старые добрые времена, выйдем все с метлами и лопатами на улицы и сделаем наш поселок действительно лучшим в крае. Нам же здесь жить и нашим детям. Все на всенародный субботник. До недавнего времени ни одно из живых существ не угрожало устойчивости и стабильности биосферы. Так, по крайней мере, утверждают ученые. Но с появлением человека разумного на Земле впервые возник вид, влияние которого на биосферу представляет потенциальную угрозу. Обобщать, конечно же, не стоит. И вот один из, я бы сказал, положительных примеров. 2 апреля группа педагогов, участников курсов повышения квалификации, предприняла попытку разумного отношения к природе и провела тематический день «Мир на ладошке». А началось все с митинга. Сегодня у нас пройдет замечательнейшая акция по борьбе со здоровым образом жизни с окружающей средой. Мы с вами пойдем в одну из щель, и там будем гадить направо и налево. Ура, товарищи! Да здравствует мусор! Ура! Покажу сегодня. Затем группа отправилась на экологическую прогулку в Золотую щель. А что такое Золотая щель? Это новые знания, удовольствие от свежего воздуха, наблюдение нежных первоцветов и могучих деревьев, вывихнутая нога и горечь от увиденных следов пребывания Homo sapiens. Для справки сообщим, что природа перерабатывает, ну, например, жевательную резинку за 5 лет, пластиковый стакан за 100, телефонную карту за 1000 и стеклянную бутылку за 4000 лет. Над этим, наверное, стоит задуматься. Впрочем, педагоги что смогли, то собрали и вынесли. А вечером, после разговоров и размышлений, появились предложения проводить ликбез на эту тему всеми доступными способами. Ведь на ладони мир будет оставаться только до тех пор, пока мы его держим.
И еще об одном замечательном событии, которое прошло в минувшую субботу во Дворце культуры и спорта «Орленка». Более 20 лет на территории Туапсинского района не было отчетов отдела культуры и творческих коллективов. И недавно эту традицию решено было возобновить. 20 лет – срок немалый. И, естественно, это поистине феерическое действо стало настоящим праздником как для участников, так и для зрителей. Зал был полон. 20 номеров – это пока то, что организаторы смогли вместить в почти трехчасовой концерт. А нас, естественно, заинтересовал вопрос, почему именно «Орленок». Это была идея главы, потому что у нас в Туапсинском районе все-таки «Орленок» остался тем замечательным оздоровительным центром, который хранит традиции. Поэтому, в общем-то, вот связь этих традиций, она, как говорится, сегодня и восторжествовала. И мы считаем, что культура – это посол мира, дружбы. У нас многонациональный район, и мы всегда рады видеть гостей со всех уголков нашего района. И вот сегодня есть такая возможность показать то, чего достигли и самодеятельные, и профессиональные коллективы, с тем, чтобы люди еще раз могли пообщаться. У нас великолепный зал, великолепный дворец культуры. И вот мы такую возможность предоставляли и всегда будем для района предоставлять, с тем, чтобы повышать культурный уровень всех жителей нашего района. Недавно я был свидетелем такого диалога. Это совершенно серьезно. Значит, один хвалил наше телевидение, а другой сказал, а что там смотреть? Один «Орленок» и «Новомихайловку» показывают. Первая мысль, а что нам здесь Воркуту показывать? А потом мы подумали и решили, ведь действительно, ни разу на нашем канале мы не показали международные новости. И решили эту ошибку исправить. Итак, международные новости. С 26 по 30 марта в Москве в выставочном комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне прошла 9-я международная выставка «Путешествие и туризм». Наряду с зарубежными и российскими туристическими фирмами здесь был представлен и Всероссийский детский центр «Орленок», экспозиция которого пользовалась большим успехом. Специалисты из Екатеринбурга и Красноярска, Пензы и Астрахани, Саранска, Кемерово, Тольятти, Владимира, стран ближнего и дальнего зарубежья интересовались путевками в центр и спрашивали о его сегодняшнем положении. Многие были удивлены, что в наше непростое время «Орленок» жив и даже процветает. Кстати, детские здравницы на выставке не присутствовали. Не был представлен даже «Артек». Между прочим, среди множества посетителей выставки были и орлята, которым когда-то в детстве посчастливилось побывать еще в пионерском лагере. Вспоминая «Орленок», они мысленно возвращались в то светлое прошлое, а покидая стенд, желали нам выстоять во что бы то ни стало. Выставка показала, что «Орленок» любят и помнят. А значит, мы должны сохранить его сейчас, и именно от нас зависит его будущее. Многие из вас уже наверняка знают наши контактные телефоны. Но я их повторю. 91-543 и 91-274 звоните. Так вот, тему следующего сюжета нам подсказали наши телезрители. Впрочем, они даже не позвонили, а пришли. И принесли нам вот эти 4 банки черноморской кильки. В середине марта они приобрели их в магазине «Магнит». А через некоторое время прочитали заметку одной из наших коллег из газеты «Комсомольская правда Кубани». Заметка называлась «Это лучше не покупать». Среди длинного списка они обнаружили и кильку, которая и по названию, и по фирме-производителю точно соответствовала этикетке на банке. Наши телезрительницы, естественно, поспешили в магазин, чтобы покупку сдать. Благо, еще не вскрыли. Но там ее не приняли. Чтобы разобраться в ситуации, мы связались с Туапсинским управлением госторг-инспекции по Краснодарскому краю. То, что написано, это же еще не говорит о том, что это факты, это как бы подтверждается анализом каким-то. То есть, поэтому здесь по газете, конечно, принять их оснований нет. Если не сомневаться в этих консервах, давайте мы сделаем анализ. В принципе, там же не нарушены сроки реализации. Если бы вот эта маркировка была написана в газете, и она совпадала с банкой на консерве, тогда да. Корреспондент, так как он не до конца, профессионал в этом деле, он написал чисто «килька такая, производство такое-то», а партия может быть разная. Ответ, по-моему, почти исчерпывающий. И тем не менее, чтобы расставить все точки над «ё», мы отправились в «Магнит», прихватив с собой и статью, и консервы. Оказывается, товар все-таки можно сдать, но при определенных условиях. Обменивать товар мы можем в течение дня, допустим, если вы что-то купили не то,
Вам нужен другой товар. Памперсы довольно часто путают размеры. В течение дня можно это все прийти и обменять. В данном случае газета для нас аргументом не является, если соблюдаются сроки хранения и условия хранения, и товар нормальный, то значит все претензии надо предъявить производителю. Так что в данном случае все произошло на законном основании. Если же вам все-таки захочется довести дело до конца, то необходимо обратиться в госторг-инспекцию и провести экспертизу. Сейчас соревнуются все – красавицы, спортсмены, музыканты, поэты, художники и, представьте себе, даже учителя. Совсем недавно в Туапсинском районе проходил конкурс «Учитель 2002 года», в котором принимали участие преподаватели самых разных наук практически из всех округов района. На первом этапе учителя проводили уроки в чужой школе для незнакомых ребят и, сдав успешно свой первый экзамен, встретились в финале. Вот они, семь наших участников конкурса «Учитель года» 2002 года. Конкурс – дело серьезное. В актовом зале санатория «Белая Русь» собрались почетные гости, коллеги, друзья и, конечно, ученики. Все очень переживали и волновались, втайне надеясь на победу своей участницы. Прогноз – дело неблагодарное. И все-таки ваше мнение, кто победит? Предполагаю, что Новомихайловский округ должен отличиться. Борьба есть борьба. Что будет, то будет. Все узнаем только в действии. Я не знаю. Я думаю, Орленок. Новомихайловский округ представляла единственная участница – молодой творческий учитель химии и биологии школы Всероссийского детского центра «Орленок» Мелякова Елена Ивановна. И это не случайно, ведь школа «Орленка» – необычное учебное заведение. В ней все пропитано радостью, детством, творчеством, самим духом «Орленка». А руководит этой удивительной школой опытный директор, грамотный педагог и просто обаятельная женщина Елена Алексеевна Милованова. Мы переживаем, потому что сегодня в конкурсе участвует учитель, который только 2 года работает в нашей школе, 3 года всего у него педагогический стаж работы учителя. Но я очень благодарна Елене Ивановне Меляковой, что она согласилась на предложение администрации принять участие в этом конкурсе, что она с удовольствием втянулась в подготовку. Но наша Леночка, как ее ласково называют в коллективе, мужественно выдержала все конкурсные состязания и осталась на высоте. А победу одержала ас педагогического мастерства, учитель химии и биологии Тюменской школы Сабира Рахматулаевна Иванова. И все же мы не унываем, ведь на нашей стороне молодость. А это значит, что впереди у Елены Ивановны еще много интересных содержательных уроков, пытливых, талантливых учеников и просто море побед. Кстати, смысл проведения второго тура конкурса был вообще непонятен. Ведь если первый тур оценивался сотнями, то второй почему-то по пятибалльной системе. Может быть, организаторам конкурса нужно подумать об этом в будущем? Ну, в общем-то, в газете и в нашей телевизионной программе я ничего положительного не вижу. Особенно мне нравится, когда показывают наши больше недостатки, чтобы их быстрее аннулировали. Показывают всякую билиберду, заправки, Михайловку, армян торгующих. Надо показывать лагерь, чем дети занимаются, в кружках. Вот что надо показывать, а не этих армян, которые торгуют, занимаются бизнесом. Да, читаю, смотрю, очень нравится. Ну и, наверное, побольше про детей, про творчество их, именно про наших детей, детей, ну, сотрудников «Орленка». Ну, все слушаем так и смотрим. Ну, просто какой-то, ну так, самодеятельность, даже на уровне, мне кажется, ниже самодеятельности идет все это. Нравится, приятно смотреть, что Михайловку показывают, «Орленок», все эти самые наши недостатки, все хорошее, плохое, все приятно видеть. Ну, нам очень понравилась вот эта вот программа, мы с удовольствием посмотрели. Хорошо, что люди могут правду посмотреть, правду там на Михайловку. Во-первых, то, что появилось, это уже достижение. Вот, а любая программа, она начинается, потом усовершенствуется. Так и у вас положено. Чем дальше, тем лучше будет. Ну, конечно, вокруг телевидения всегда ходили толки и мнения. Причем зачастую совершенно полярные. Кстати, чтобы эти толки не блуждали по нашим горам на уровне слухов, телевидение «Орленок ТВ» и редакция газеты «Вместе» приглашает всех наших телезрителей и читателей в четверг в 17 часов в актовый зал Дома вожатых. Там в теплой и уютной обстановке мы сможем обсудить все наболевшие проблемы. Приходите.
А теперь информация, которая заинтересует всех. В самом центре города Туапсе, всего в 10 шагах от остановки Кронштадтская, уютно расположился стоматологический кабинет «Жемчужина». Название говорит само за себя. Вот уже 4 года здесь работают опытные и высококвалифицированные специалисты, которые лечение буквально превращают в удовольствие. А помогает им в этом современное импортное оборудование. Девиз «Жемчужины» – высокая надежность и качество. Пломбирование зубов производится как традиционными материалами отечественного и импортного производства, так и современными светоотверждающими композитными материалами пятого поколения. Для детей предлагаются современные методы профилактики кариеса с эффективностью 90%. Кроме этого, «Жемчужина» предлагает все виды протезирования. Так что звоните. Да нет, приходите сразу. Теперь визит к стоматологу станет для вас радостью. Каждый родитель, отправляющий свое чадо отдыхать на море, мечтает увидеть его загорелым, здоровым подросшим. А вот тому, как это сделать, и посвящен семинар, проходящий сейчас в Орленке. Семинар посвящен немедицинским методам адаптации и оздоровления детей. Аудитория замечательная, активная, очень зубастая. С ней интересно работать. Семинар очень плотный, очень насыщенный практикой. И легко не будет ни мне, ни им. Руководитель семинара Ольгу Михайловну Реутову, социального психолога Центра гражданских инициатив города Челябинска, орлята знают уже по серии программ «Интеллект», проходивших несколько лет назад. Сегодня семинар объединил вожатых педагогов, психологов, воспитателей, врачей. Держать руку на пульсе новых технологий и позволяют такие встречи. Благодаря грамотной и профессиональной работе педагогов, Орленок по-прежнему должен стать кузницей кадров для всей страны. А мы, в свою очередь, пожелаем Ольге Михайловне оптимизма и новых идей. На автобазе Всероссийского детского центра «Орленок» пополнение. Впервые за несколько лет в «Орленок» пришло 4 новых автомобиля. Двум «Зилкам» «КамАЗу» и «Газели» в гараже были безумно рады. Но работы у них пока нет. На дорогу они выйдут только на следующей неделе. А сейчас пока идет техническая подготовка автомобилей к работе. Но на сегодняшний момент уже определено, кто сядет за руль той или иной машины. Сколько лет вы за рулем и какой срок стажа у вас в «Орленке»? За рулем мне 25 лет. Стаж работы 30. В «Орленке». По каким причинам раздавали машины? То есть закрепляли водителей за машину? Ну, за хорошую работу. Ну, и за долголетнюю работу. Какая машина лучше, старая или новая? Ну, всегда, конечно, новая лучше. А какая у вас была старая? Рафик. Раф. Ну, здесь движок дизельный. Ну, и вообще новая машина всегда лучше. Ну, надо привыкнуть, машина новая, к ней всегда по-новому привыкаешь. В настоящее время на одном из автомобилей нет фирменного логотипа «Орленок», а на «КамАЗе» пока даже нет регистрационных номеров. На следующей неделе в транспортный цех придут еще 2 автобуса, которые в скором времени тоже выйдут на линию. А пока по дорогам «Орленка» ходят старые машины, на смену которым в ближайшем будущем, наверное, придут новые. Следующий сюжет в предисловиях, наверное, не нуждается. Событие, которое произошло совсем недавно, и тем не менее возраст его исчисляется десятками лет. Способностями или... Это был 2000 год, год 55-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В Орленке всегда с трепетом относились и к этому празднику, и к ветеранам. Тогда, 9 мая, кроме обычной программы, фронтовая землянка, поздравления, боевые 100 грамм, решили заложить аллею ветеранов. Была проделана большая предварительная работа. Территорию очистили от дикороса. В сочинском питомнике закупили саженцы магнолии и вечно зеленого дуба, нашли камень и изготовили мемориальную табличку. Аллею сажали сами ветераны с помощью детей. Всего 25 деревьев. Саженцы принялись хорошо. И потом они достаточно часто при встрече говорят: ну как, Валерка, там мое дерево растет, прижилось, нет ли. Вот. Саженцы, несмотря на лето засушливое, прижились хорошо. Вот. Начали расти. И по осени, как-то проходя мимо аллеи, я вдруг увидел, что части саженцев нет. Я был, честно говоря, просто в шоке, как это у кого поднялась рука на то, чтобы выкопать саженцы. Из 25 саженцев пропало 15. Причем на их месте остались только ямки. Это значит, что деревья точно выкопали.
В конце осени на профсоюзной конференции эта информация была доведена до делегатов. Многие и не знали, просто потому что редко там ходили. Зал был, конечно, шокирован. Принято решение восстановить аллею. Были закуплены и высажены молодые каштаны, которые, а это уже не смешно, тоже кто-то выкопал. Отдел озеленения вновь стал восстанавливать аллею. Но это не совсем то. Уничтожена память. Конкретное дерево было посажено конкретным ветераном. А многие уже ушли из жизни. Так вот, хочется напомнить тем, кто это сделал, что здесь не просто штраф за вырубленное в лесу дерево. Здесь надругательство над памятью, а значит вандализм, который преследуется законом. Ведь все тайное становится явным. Не хотелось бы показаться кощунственным, но сейчас аллею только с натяжкой можно назвать символом неувядающей памяти. А память – это то, чем всегда пыталось гордиться человечество. Возможно, памятью оно и выживало. Ведь, провожая в последний путь, всегда говорили «вечная память».